привет, с вами студия «Автозвука Весаунд». Находимся мы сейчас в установочной нашей студии, где у нас сегодня будет осуществляться помощь своим. Наша самая главная задача сегодня – поставить акустику сюда, в автомобиль, и чтобы это хотя бы хоть мало-мальски играло. Самое интересное, что клиент наш, как я еще раз повторюсь, СВО, самостоятельно собрали комплект акустики от BMW, я так понимаю, с миру по нитке, и вот у нас уже должен быть какой-то результат. Всю акустику компонентную от BMW мы устанавливаем в этом замечательном УАЗе. Наша задача реализовать динамики здесь, в этой нише, твиттеры и серединки. Также поставить сюда магнитолу обязательно, расположить усилители за спинкой и каким-то образом умудриться расположить миды компонентные от BMW прям где-то вот здесь. В общем, все жестко, серьезно, по-взрослому, но настоящий УАЗик, что сказать. Все это будем реализовывать сегодня. Наша идея, конечно, реализовать все это как можно быстрее, качественно постараться все это сделать. Ну и самое главное, чтобы, как говорится, еще раз повторюсь, помочь своим. В общем, что нам привезли, чтобы поставить сюда? Это два мида, значит, две серединки, еще две серединки, одна серединка. Также твиттеры в комплекте. Это все, повторюсь, от BMW. Я так понимаю, какой-то хороший комплектация, наверное, может быть, стандартная, не знаю. Вот такой вот замечательный усилитель, который будет использован только на миды. Головное устройство здесь будет у нас интересно. GVC, вот такое головное устройство. Для него мы изготавливаем индивидуально сейчас проводочку, вообще полностью все с нуля, потому что в автомобиле проводка, естественно, что отсутствует. Вот, в принципе, уже запускали Мафан работает, хотя бы хоть что-то нам где-то везет. Дальше будем сейчас проверять акустику, подключать усилитель, проверять, все это работает или нет на весу. А далее непосредственно уже устанавливать в автомобиль. Все, изначально вот изготавливаем полностью всю проводку на акустику, естественно, вот все в термосадочке, все в змее будет. Естественно, фишку уже вот для магнитола придумали, уже все сделали тоже. Провода все, естественно, будут идти от аккумулятора, который находится сзади меня. Здесь у нас вот такая перемычка, она будет у нас разделяться кнопкой тумблера. Вот здесь будет тумблер установлен, который будет порубать магнитолу. Короче, все вообще по-жи скачу. Опачки. Вот, в принципе, подключаем сейчас магнитолу, подключаем обязательно вот этот ракетный тумблер, естественно, чтобы у нас включалась магнитола. Здесь вот была такая вот пластиковая заглушка, сюда, короче, внедрили вот USB. Ну, все-таки, что, как бы, хорошее место, реализовываем, почему нет? В общем, сделали отверстие, позолоты нет, проводки никакой нет в дверях, сделали штат отверстия в стойке, все будет через кофру, ответное отверстие в двери самой, верхние, нижние, все обработали красочкой специальной, чтобы ничего не клеило, не ржавело. Вот нижний. Двери. Да. Все обработали, все будет через гофру. Выходим в дверь. Также у нас на двери все-таки доделали сеточки под штат. Как-то так. В общем, компонентные динамики сюда мы поставили, то есть серединка, твиттер, все под них как по заводу. Мне кажется, что пускай наши производители берут у нас пример. Можно реализовывать музыку. Вот, здесь вот такая гофрочка замечательная. Здесь вот у нас провод проходит, отверстие сделали обязательно. Что касается мидов, мид-басы, надо же нам добавить мид целый, прям трехполоска же. Вот такие вот. Алло, Руслан, подъедь, пожалуйста. От BMW вот такие низкоиграющие, даже не знаю, миды, наверное, так их правильно назвать. Поджопные сабы, как кто как их называет. Будем реализовывать вот здесь, прям в стене. Клиент попросил непосредственно вот здесь вот их поставить. Ну, желание клиента закон, поэтому. Понимаем, кстати, почему многие студии не хотели браться за работу, потому что, ну, условно, да, жесть, конечно. Но нам было интересно, и мы, в принципе, располагая временем, реализовываем то, что хотите именно вы. Место у нас здесь, условно, большое есть.
Сюда попросил клиенты поставить усилитель. Вот если обратите внимание туда, там печка у нас стоит. А здесь вот у нас получается будет усилитель. То есть, ну, местом располагаем. Место хорошее, удобное. Усилитель подключили. Сейчас у нас такая поверхностная черновая работа. Мы запустили систему, проверили, что все исправно. И мы движемся правильно, движемся к цели. И уже победа скоро будет тоже за нами. С того окошечка можно, кстати, посмотреть. Не, пожалуйста, можно чай с плюшками? О! Плюшек нет, просто чай. Четко. Всего доброго. Установили карабульку с тремя динамиками и одним твиттером. Играет вообще бомба. Будем слушать. Да, давай. Оп! Все загорелось. Тумблер работает. Реализация, конечно, интереснее, чем в стенке. В общем, предложение клиента было какое? Установить динамик, значит, вот здесь закрыть отверстие и поставить его прямо к металлу. Мы это практиковали, попробовали, расположили эти динамики так, условно прикинули, послушали. Ерунда, ребят. Почему? Потому что не просто так здесь отверстие. В BMW обычно становятся они вниз, и у них есть еще такая, ну, такая ракушкообразная форма для того, чтобы он играл. Мы попробовали динамики ставить в середину автомобиля. Капец, вообще бомба. Появился объем, появился бас, наконец-то все заиграло. Ну и, соответственно, было решение совершенно колоссально другим. Что мы для этого сделали? Мы выпилили отверстие. Отверстие полностью. Прям под динамик. Уплотнительную резиночку сделали, здесь вот поставили. Очень похоже на штат, но здесь еще дополнительно вот такая прорезиненная форма у нее. Для того, чтобы поставить сюда динамик условно, направить его туда в салон. И, соответственно, еще и сюда. Идеальное решение. Крепим его сюда, и он будет играть уже совершенно по-другому. И бас, наконец-то, в автомобиль появится. Всем привет еще раз, да? Записываем 10 раз уже видео. Сделали наконец-то нашу буханку. Отлично играет, супер, сочно, мощно, молодежно, блин, вообще. Не ожидали то, что так получится. Переиграли по-разному вообще сабвуферы. Поставили их отдельно в отверстие. Вот, изготовили специальное отверстие, сделали, облагородили все. Все, в принципе, подготовили. Играет отлично как здесь, так еще и в кузове. Очень круто. То есть буханка сама вообще поет, едет. Вот, так что, Паш, что ты можешь сказать еще? Чем? Ну да, получился качественный, что самое главное. Достаточно громко. При условии, что 10-е динамики. Очень хорошее получилось заднее пространство для пассажиров. Играет лучше, чем в кабине у водителя. Очень сильно зарешал, конечно, голова GVC. Это такой старичок, но с хорошим качеством звучания. Лучше намного, чем делают сейчас всякие там, не будем озвучивать бренды. Вот. Достойно, качественно. В принципе, у вас может к нам за этими разработками обращаться. Мы, если что, поможем, расскажем. Да, у вас обращайтесь к нам, а вы саунд, делаем вещи. Да, так что на самом деле получилось так, что даже, я думаю, клиент не ожидает от такого, то, что вообще услышит, в принципе, наверное. Я, в принципе, буханки такого никогда и не слышал. Думаю, вот, что будет намного хуже все. И как бы, условно, была задача тяп-ляп и готова, но мы так не можем. Нам нужно все из-за того, чтобы качественно, резонация, как бы железный весь кузов, все закреплено надежно, крепко, никогда никуда не денется, не отвалится, чтобы машина ездила и радовала. Также изготовили USB-отверстие специально под магнитолу, отдельно
под рулем. В принципе, да, обращайтесь, AV Sound. Сделаем качественно, мощно, сочно. Только для вас. Самое лучшее. Обращайтесь.